Сегодня впервые после довольно длительного перерыва Набережно-Челнинский городской суд провел пресс-конференцию. В ходе встречи обсудили вопросы взаимодействия представителей Фемиды с журналистами, но главной темой стали перемены в работе самого суда. Число рассматриваемых дел год от года только растет, отметили служители правосудия. И для примера сравнили показатели первого квартала 2016 с цифрами за аналогичный период прошлого года. Наблюдается рост по некоторым категориям дел, в основном это преступления против собственности. Например, за совершение кражи осуждено на 51 лицо больше в первом квартале 2016 года, чем в первом квартале 2015 года. Также по грабежам возросло совершение с 35 до 37 лиц, по разбою с 6 до 12 лиц. По-прежнему на высоком уровне число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а вот дел по хулиганству, умышленному причинению вреда здоровью и мошенничеству стало меньше. Но последнее связано еще и с тем, что современных жуликов сложнее отыскать и довести до скамьи подсудимых. Большинство из них орудуют в виртуальной среде, то есть в интернете. В целом же криминальный портрет Набережных Челнов принимает уродливые очертания. Преступления стали более изощренными и жестокими, особенно в молодежной среде. Правда, при этом отмечается, что про прекрасную половину преступников такого не скажешь. Здесь иная картина. Меняется, наверное, структура преступлений, совершаемых лицами женского пола, женщин. Если раньше встречались женщины-убийцы, хулиганы, то сейчас все больше женщин совершают мошенничество, кражи.